Всех приветствую в прямом эфире. На связи Сергей Нежданов. Пока вот звук настраивался, я время, которое хотел, вот то, что я на канале показывал, вот мой утренняя медитация начинается у меня иногда вот с такого матэ-пития. Очень настраивает на день, на практику. То есть это такой не фаст фуд, ну, чайный, а там надо приготовить, сделать все. Ну, хорошо, сейчас уже не буду время тратить на это. Поделюсь, кому интересна теория пранаямы и шаткармы Артема Фролова. Это институт, где я учился, в общем-то, Артема Фролова, Институт восточных методов реабилитации. Достаточно грамотно, подробно и с научной точки зрения подходит к вопросу пранаямы йоговской. И я непосредственно участвовал в научных экспериментах, когда там обклеивают, обтыкивают проводочками и измеряют, как ведет себя кровеносная система, нервная система. Вот. Но это постепенно я буду упоминать об этом. Давайте начнем. Я хочу начать цикл занятий, которые будут посвящены пранаямным техникам, ввиду того, что это просто база, это фундамент, это, ну, наверняка слышали, что чем медленнее дыхание, тем дольше человек живет. Ну, иными словами, где-то я читал в каких-то текстах, я сейчас, честно говоря, не помню, но считается, что жизнь человека измеряется вот количеством дыханий. Не знаю, насколько это имеет под собой какое-то подтверждение, но по себе знаю, что и не только по себе, на практике вижу, что происходит в зале. Дыхание непосредственно влияет на нашу вегетативную нервную систему. Вегетативная нервная система – это то, что управляет нашими процессами внутренними. И то, что включает вот эти кортизольно-адреналиновые, симпатическая нервная система, да, возбуждение. И парасимпатика – то, что снижает активность. И та вегетативная нервная, та третья часть, которая отвечает за процессы пищеварения. Все связано, да, у нас с дыханием все связано. Поэтому я написал, что начнем с диафрагмального дыхания. Но базовое дыхание Уджайи. Много раз я о нем, на каждом занятии мы все это говорим. Дыхание победителя, постоянно мы его дышим. Мы с него начнем. Давайте. И это, чем оно мне нравится, оно же и медитативная техника анапанасати. В Напали анапанасати или анапанасати, анапанасати в переводе это осознавание вдоха и выдоха. Вот и начнем с вами с осознавания вдоха и выдоха и плавно перейдем к прана уджайи. Уджайи пранаяме. Давайте, глазки можно прикрыть. Почувствуйте. Помним, да, 4 базовых момента. Вес тела. На выдохе стекаем точки опоры. На вдохе вырастаем по позвоночнику. Чувствуем легкую голову. И приходим вот к этому, к легкому верху. Голова стремится вверх. Седалищные бугры, точки опоры, как бы врастают в поверхность. Между ними образуется линия. Можно плечиками как расправиться. И руки стекают вниз, плечи смотрят в стороны. Обратите внимание, если плечи спереди, перетянута задняя часть, сжата передняя часть тела. Это тоже все влияет на дыхание. Вот у нас
реберные дуги и вся грудная клетка, если она наклонена вперед, мы пережимаем здесь. Если она перерасправлена, мы пережимаем там. Здесь, ну, мышцы перетянуты. То есть должен быть баланс. Обратите на это внимание. Осанка – важный элемент. И мы в йоговской части этого занятия уделим внимание именно постуральным мышцам, чтобы выстроить ровненькое все. Это будет тоже очень полезно и, надеюсь, приятно. Включить мышцы. То есть идем к основам. Начинаем с основ. Основное дыхание и базовые вот эти техники по выстраиванию основных групп мышц. Наблюдаем за дыханием. Ладошку на живот. Формально занятие может не сильно отличаться от тех, которые я веду обычно. Но акцент на каждом занятии будет на какую-то технику, и мы будем постепенно, занятие за занятием, изучать какую-то новую, ну, может, не новую, но повторять какую-то технику, важную технику. Хорошо. Почувствовали ладошку, как же включили диафрагмальную мышцу, почувствовали, как животик дышит. То есть это так называемое дыхание животом или диафрагмальное дыхание. Ладошка может быть здесь, может быть на коленке. Важно чувствовать. Вот две ладошки. Смотрите, выбирайте свой вариант. Ладони нам добавляют тактильных и приятных ощущений, окситоцин вот таких. То есть если хочется еще приятнее заниматься, более приятно. Можно касаться. Мы будем касаться вдруг своего тела. Давайте улыбнемся своему телу. Поблагодарим, что оно у нас есть. Поблагодарим, что есть здоровье, жизнь. Тоже вот эти все практики благодарности можно встраивать. Ну как, не практику, а просто как уже хорошую, добрую привычку. Хорошо. Улыбнулись, почувствовали, как, насколько приятно. Важный аспект – почувствовать приятность дыхания, приятные ощущения от дыхания. Хорошо. Поджимаем горловую щель. И на вдохе мы будем произносить звук «О». На выдохе звук А. Давайте звук О на вдохе. Вырастаем. Звук А на выдохе стекаем седалищные бугры. Выросли вдох. Шепотом, с закрытыми губами, выдох. То есть должно звучать внутри дыхание, появляется звучание. И мы наблюдаем за всем этим. Вдох. Анапанасати. Наблюдение за вдохом и выдохом. Часть внимания идет на наблюдение за общим состоянием. Что меняется? Как это действует? Верно ли пишут, что дыхание Уджайи успокаивает, выравнивает, балансирует, приводит к балансу нашего состояния. Все проверяем на себе. Давайте дышим самостоятельно. Мы создаем такое сопротивление в гортане, в горле, вот этой щелью. И воздух под давлением как бы начинает затекать внутрь, под давлением, как бы проникая глубже в бронхиальное дерево, распространяясь, как бы такая как прочисточка. Ну, когда вот под напором идет, такая чистка идет. И обратно также под давлением мы еще тренируем дыхательные мышцы.
Да? Давайте обязательно обзор по дыхательным мышцам. Вот дышим и слушаем. И потом уже начнем. Сейчас я не поставил часики. Следить за временем, чтобы нам не уйти в длинные занятия, чтобы все компактно сделать. Продолжаем дышать. Основная диафрагмальная мышца, диафрагма, да, показываю, как она работает. На вдохе вот она растянута, на выдохе. На вдохе она сжимается, выталкивает на 2-3 сантиметра живот, появляется здесь давление. Массаж, да, сжали, разжали, сжали, разжали. Этот момент понятен, да? Также сжали, сделали тут давление, низкое давление, разжали, высокое давление. Венозный отток пошел. То есть у нас венозный отток, и мы высвобождаем работу сердечной мышцы, как бы ее облегчаем тем, что помогаем крови двигаться по телу. Ну, вы знаете, да, что кровь поднимается из конечностей за счет мышц и за счет вот этого изменения давления в системе. Ага, диафрагмальная. Дальше у нас есть межреберные мышцы. Межреберные, они таким хитрым образом соединены. Ребрышко одно сверху и снизу так они соединяют. И получается, что у нас связь верхнего и нижнего ребра при сокращении мышцы реберная дуга так, оп, поднимается. Выдох, опускается. Вдох, поднимается. Вот, получается, вот этот межреберные мышцы, их у нас сколько там, 11, да, тоже работают. И когда нам надо до выдох сделать, они тоже работают. Это внешние межреберные мышцы. Когда вдох, ну, внутренние. Хорошо. Дальше грудные мышцы. Можно их потрогать, почувствовать. Вот они участвуют в верхнем вдохе, в верхнем дыхании. Мышцы шеи. Вот можно посмотреть, чтобы у меня вверх вдохнул, мышцы шеи включаются. Также различные мышцы еще спины небольшие, там зубчатые. Ну, спина также участвует. Давайте почувствуем спину. Более глубоко вдыхаем, уджаи. Вот у меня с утра, пока еще позвоночник такой не размят, такие похрустывания на вдохе, и как бы позвоночник выстраивается. Вот этот момент тоже отметьте для себя. Чем мне нравится эта техника, это и пранаяма, и медитация. И также еще мы добавим гимнастику и суставная гимнастика, развивающая дыхательные мышцы. Мы сейчас с вами, это у нас сегодняшний урок, базовая техника. Мы ее знали, повторили. И эта техника уджайи пранаяма, это ниточка, которая в течение дня, в течение тренировки связывать все асаны как бусинки в одну линию. Это тоже, я надеюсь, понятно. И мы дальше дышим, поднимаемся. То есть делаем то, что уже знаем. Сейчас пока такого ничего особенно нового не будет, но повторение мать учения. Встаем ножки вместе и новую позу осознаем. Чувствуем вес тела в ступнях теперь уже. Чувствуем вот эту линию голеностопы, колени, тазобедренные суставы, таз. Найдите положение таза удобное, копчиком чуть-чуть вниз толкнули. По позвоночнику вышли через грудную клетку, шею. То есть положение, когда голова все время спереди. Вот, утапливаем, как бы толкаем ее назад. И макушкой упираемся в небо, в бесконечность. Чувствуем пальчики, ладошки. И ладошками раскрываемся. Ладошки раскрываем. И на вдохе очередной вдох уджайи. Вдох. На носочках вырастаем.
Выдох. Вот этот комплекс обязательный, разминочный у меня в моей жизни, он присутствует. Вдох. Несмотря на там более 20 лет практики, есть техники, которые приживаются и просто действуют, работают, не надоедают, главное. Вдох. Потому что после вот выполнения таких упражнений, осознанного, то есть это осознанное движение, появляется такой спектр ощущений, которые не заменить ничем. Рекомендую освоить, чтобы это встроилось как привычка в жизнь. Выдох. Руки, можно пальчики соединить. Вдох. Теперь вытягиваем и смотрим на пальцы. Выдох. Вдох. Выдох. Уджайи. Дыхание победителя. Вдох. Выдох. И еще отмечайте изменения в состоянии. Вдох. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Не только во время занятия, но и в повседневной жизни. Вдох. Руки раскрываем и ротация ладошками делаем вверх и назад. Соединили лопатки. Выдох. Вдох. Раскрыли переднюю часть, растянули вот эти верхние дыхательные мышцы. Выдох. Очень актуально в зимой, когда респираторные заболевания. Я думаю, это у всех у нас, в том числе и у меня, тоже цепляю периодически какие-то в горле першения. Ну и прочие более неприятные, более серьезные вещи. Но если мы вот это все делаем, мы оставляем меньше шансов для вирусов, для бактерий. Хорошо. Давайте теперь продолжим комплекс вот таким образом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ручки вместе. Вдох. Толкнули замок. Выдох. И теперь вдох. Правый легкий раскрыли. Выдох. Вдох. Левое легкое, левые ребрышки раскрываем. Приятно. Выдох. Еще вдох. Синхронизируем движение и дыхание. Вдох. Выдох. Руки на вот так, таким образом, на таз. Толкаем таз вперед, прогибаемся, лопатки назад, вдох, локти назад. Выдох, опускаемся животом на бедра. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох.
Увы, да. Увы, да. Выдох внизу, остались внизу, дышим. Руки внизу, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. С выдохом стекаем глубже вниз. Дальше голову отпускаем, плечи, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь с движением. Пальчики перед собой. Ноги могут быть хорошо присогнуты. Вдох. Посмотрели вперед. Вот такая виньяса. Выдох. Все время уджая. Пальчики назад. Тело будет постепенно пускать и раскрываться. Вдох. Назад, выдох. Чувствуем изменения, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Когда голова у нас ниже сердца, это перевернутая поза уже. Выдох. Наблюдаем повеселье. Вдох. Наблюдаем, что происходит со структурами головы. Шею обязательно, в обязательном порядке расслабляем. Теперь поворачиваемся влево. Вдох. Посерединке выдох. Поворот вправо. Вдох. Посерединке выдох. Влево вдох. Пробуем заглянуть за левую пятку и увидеть правую. Выдох. Вправо вдох. Наверняка почувствуете, что одна сторона более такая тугая. Отмечайте для себя и акцент делайте на ту сторону, которая ну, менее такая гибкая. Вдох. Выдох. Хорошо, посерединке. Сгибаем ножки. Сгибаем ножки. И садимся на корточки. Раз. Продолжаем дышать. Вдох. Грудная клетка чуть поджата, живот поджат. Выдох. Вдох. Если вот это невозможно, тогда на носочках. Или подкладываем что-то. Вот у меня кирпичик лежит. Подкладываем, например, что-то твердое или скатанный коврик под коленочки. Коленочки, под пяточки. Понятно? Вот. Или встаем на пяточки. Хорошо, вдох. Выдох. С правой стороны. Развернулись, вдох. Посмотрели, как грудная, брюшная полость скрутилась. Выдох. С левой стороны. Вдох. Продолжаем дышать животом. Выдох. С правой стороны. Вдох. Выдох. С левой стороны. Вдох. Выдох. Хорошо, давайте немножечко продвинутые техники сделаем. Ладошки перед собой, колени в стороны. И вот, ну, казалось бы, в сложных асанах, поза журавля, бакасана, можно пробовать выходить или выйти и ножки оторвать и подышать здесь. Вдох. Выдох. Уджайи. Вдох. Выдох. Вдох. Или пальчики
на полу, пробуем, смотрим, как тело адаптируется к кисти. Тут нагрузка на запястье, конечно же, есть, но в общем и целом она терпимая, и мы балансируем. Это баланс. Балансовая поза, она очень хорошо, скажем, тоже с нашей вегетативной нервной системой, с вестибулярным аппаратом тоже дружит и меняет состояние. Хорошо. Теперь вытягиваем ножки назад. Выстраиваем постуральные мышцы. Вдох. Выдох. Пятками назад потянули. Макушкой вперед. Вдох. Выдох. Традиционный блок из планок делаем. Вдох. Выдох. Еще вдох. Выдох. Для тех, у кого пока вот это соединение всего тела в одно целое и выстраивание вот этой планки недоступно, коленочки в пол. И также копчиком назад, макушкой вперед. И пробуем вот это положение делать. Но пока, я думаю, вернее, уже кто занимался, вот хотя бы в какое-то время со мной, вот это обязательное для освоения. Давайте немножечко колени в пол. Выдох. Расслабление. Вдох. Помним, нить дыхания сохраняем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Плечи расслаблены. Вот, обратите внимание, плечи, руки лежат. Продолжаем. Планки. Вдох. Выдох. И теперь на правую руку, левым легким дышим, левую ручку можно за голову. Раскрываем левый бок. Вдох. Выдох. Кому сложно, колено в пол. Вот так. Кому сложно, колено в пол. И очень хорошо здесь бок раскрывается. Остальные укрепляем мышцы. У нас сегодня укрепление мышечного корсета. Очень важный аспект. Все тело будет довольно. Дыхательная система будет довольна. Хорошо. В другую сторону. Правая рука. Правая легкая, правый бочок раскрыли, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, еще таз вверх, вдох, хорошо, выдох, планки, вдох. Опустились в четурангу. Выдох. Здесь попробовали ну, с коленями, без коленей. Смотрим свой вариант. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опустились. Выдох. Хорошо. Ребрышки вытянули вперед. Вдох. Живот натянули. Выдох. Легли. И сейчас нам нужно активировать диафрагмальное дыхание лежа. Каким образом? Толкаем живот в пол так, чтобы приподнималась спина. Вот расслабились. Расслабились. И надуваем живот, то есть диафрагмальную эту мышцу толкаем вниз, животом толкнули пол. Выдох. Отпустили. Дышим вдох. Выдох. Ребра также расширяются, толкают грудную клетку вверх. Вдох. Можно руки. Выдох. Голову в сторону. Вдох. Выдох. А на выдохе расслабляемся. Голову в другую сторону. Вдох.
Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Ладони под плечи. Надеюсь, понятно было. Оно визуально тут не очень видно. Ребрышки вперед. Вдох. Поставили ребра в пол. Руки справа, слева. На вдохе коснулись сзади. Вытянулись. Вдох. Замочком. Выдох. Руки вперед. Вдох. Выдох. Руки назад. Запястный замок сделали. Вдох. Выдох. Руки вперед. Вдох. Коснулись пальчиками. Выдох. Запястный замок сделали другой руки. Вдох. Выдох. Ручки вперед. Вдох. Выдох. Теперь замочек сделали и вывернули его. Вдох. Выдох. Руки вперед. Вдох. Выдох. Замочек как неудобно сделали. Вывернули. Вдох. Выдох. Руки вперед. Вдох. Выдох. Легли, отдыхаем. Глубокие вдохи и выдохи. Хорошо. Ладошки под плечи, пальцы ног в пол. Подняли сверху. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Здесь дышим. Вдох. Выдох. Еще важный аспект пранаямных техник, это тоже мы делаем на каждом фактически занятии, это удьяна банха. Да? Мы как бы увеличиваем выдох, более акцентированный выдох делаем, и после выдоха, и после до выдоха втягиваем стенку живота внутрь. Давайте попробуем. Уже много раз делали. Вот живот. Вдох. Выдох. До выдох. Ну, все равно не видно. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо, теперь виньяса достаточно сложная. Ее можно с колен делать. Ныряем вперед. Вдох. Назад выдох. И вот такие. Вдох. Выдох. Такие движения плавные. Волной. Вдох. Волну создаем. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Выдох. Можно на прямых руках. Вдох. Вот так. Выдох. Или такие йоговские отжимания. Вдох, коснулись грудной клетки. Выдох. И еще вдох. Выдох. В обратном направлении, с круглой спиной. Вперед, вдох. Назад. Выдох. С круглой спиной, вдох. Назад. Выдох. Или с прямыми руками, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох.
Выдох. На коленочки встали. Сели. Помним, да? Нагрузка была такая на мышцы хорошая. Но мы продолжаем уджайи дышать. Вдох. Выдох. Встаем на коленочки. Пальчики или на пятки, или на таз. Хорошо? Таз вперед, вдох. Выдох. Таз вперед, вдох. Видите, таз дальше, чем колени. Выдох. И еще вдох. Выдох. Подбородок на грудную клетку. Затылок на грудную клетку. Выдох. И еще вдох. Выдох. Хорошо. Сейчас. Вчера коленку повредил на лыжах. Не очень комфортно коленом стоять. Вот можно подстелить. Давайте, левая рука внизу, правая вверху. Вдох. Раскрыли больше правое легкое. Выдох. Наоборот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Коленочки вместе, пятки в стороны, носочки вытянули, икроножные мышцы захватили, раздвинули в стороны, сели. Сели в вирасану. Вирасану. Вирасане. Вправо повернули, вдох. Выдох. Влево повернули, вдох. Выдох. Вправо вдох. Выдох. Влево вдох. Выдох. Давайте одну ножку вытащим. Вот так. Вторая в вирасане. Если в вирасане сложно, тогда просто нога как удобно. Вот она. Вот так. Вирасана. Для тех, у кого таз сидит на полу. Левой рукой захватили, вдох. Раскрылись, дышим, выдох. Два, вдох. Выдох. Три, вдох. Выдох. Вот так можно ручку ставить. Хорошо. Поменяли. Правая вирасана. Левая. За коленом. В коленях не должно быть болевых ощущений. Развернули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Вытащили ножки вперед, бабочку. Бабочка вот такая, с руками назад. О, почувствовали. Почувствовали пахи. Прогиб. Вдох. Выдох. Прогиб. Вдох. Выдох. Прогиб. Вдох. Выдох. Можно за пальчики держаться. Вдох. Выдох, кругленькая спинка. Вдох. Выдох. Вдох. Пробуем вперед наклониться. Выдох. Назад. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо.
Правая ножка вверх, вдох. Выдох. Левая ножка вверх, вдох. Выдох. Обе ножки вперед и вверх, вдох. Выдох. Стоим, вдох. Плечики расслаблены, выдох. Вдох. Спинка ровная. Выдох. Спинка ровная, вдох. Ноги могут быть присогнуты, но спинка могут быть, ноги могут быть присогнуты, но спинка ровненькая. Хорошо. Ножки в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Перекрестили в планку. Вдох. Перешли в планку. Выдох. Собака головой вниз. Вдох. Выдох. Левая нога вверх. Вдох. Выдох. Шаг вперед. Вдох. Куда же мы без широких шагов? Выдох. Ручкой вверх. Вдох. Выдох. Правая рука вниз. Вдох. Уджайя. Выдох. Поменяли. Вдох. Выдох. Колено в сторону. Задняя нога прямая. Голова вниз. Вдох. Выдох. Выпрямили переднюю ножку. И заднюю тоже. Вдох. Вот таким образом. Выдох. Хорошо. Подшагнули. Второй ногой. Вдох. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Вниз наклон, выдох. Отшагнули двумя ногами. Вдох. Нижняя планка, выдох. Собака головой вверх, вдох. Выдох. Собака головой вниз. Правая нога вверх, вдох. Выдох. Вперед шаг, вдох. Выдох. Ручки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Левая внизу, правая вверху. Вдох. Выдох. Поменяли. Вдох. Выдох. Ладошки чуть вперед. Колено в сторону. Вдох. Выдох. Выпрямляем переднюю ногу. Заднюю чуть подшагиваем. Вдох. Наклон к передней ноге. Обе ножки прямые. Выдох. Развернулись в пирамидку. Вдох. Выдох. Пальчики под плечами. Ладошки или пальцы под плечами. Можно что-то подкладывать, если спина при этом. Вот, обратите внимание на спину. И не заваливаемся на руки. Ага. Правый вверх, вдох. Вдохнули, выдох. Левый вдохнули, вдох. Выдох. Правый вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Правый вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Хорошо. Опустились вниз. Вдох. Туда, куда получается. Или с локтевым захватом висим у кого вот такое, да? Угу. Вдох.
Макушка в пол, выдох, вдох, выдох. Ножки шире, потянулись пальчиками вперед, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Начало коврика. Садимся. Заключительную виньясу делаем шавасана, халасана. Тоже часто делаем. У нас включается вся передняя линия. Дышим, при этом дышим. Передняя линия сокращается, задняя вытягивается. Да? Поехали. Руки могут быть возле таза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Уджайя. Или руки за головой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И ножки за головой оставляем. Три дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Берем себя под колени. Встаем. И заминочка уджайи вьяяма. Ручки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Успокаиваем дыхание. Дышим уджайи. Вдох. Выдох. Руки вверх, прогиб. Вдох. Выдох. В пояснице мы не прогибаемся. Стараемся копчиком так чик, зафиксировать поясничку. Вдох. Кати Банха называется. Выдох. Вдох. Выдох. Руки через стороны. Ой, руки в стороны теперь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Стоим и наблюдаем за внутренним состоянием. Как все поменялось. Давайте присядем. Чувствуете, какие изменения? Ну, у нас достаточно мощное воздействие было на все тело, на структуры мышечные, дыхательные. Почувствуйте сейчас. Отпускаем все дыхание, все какие-то способы управления дыханием, телом. Единственное, что выстраиваем линию, вот учимся ее чувствовать, вертикальную линию позвоночника, состояние, вот насколько расправились плечики,
как чувствуют себя лопатки, ключицы, эти вот все мышцы, поясница, крестец, тазобедренные, шея, лицо, давайте на лицо обратим внимание, лоб. Вот потом, у кого есть возможность, посмотрите в зеркало, насколько расправлены вот лоб, вот вокруг глаз, вот это все, вот эти все кожа. Если есть внутренний тонус, если есть какая-то эмоция, которая вот прямо сидит, то на лице это все будет нарисовано. То есть постоянно сморщенный лоб, да? Видели, может, у себя или замечаете. Эти вот бесконечные складки здесь, здесь. Ну и там к 40-50 годам все на лице, чем более тревожный и такой эмоциональный, не сдержанный человек, у него так все это вырисовывается. Кожа сухая, потому что мышцы в тонусе и кровоснабжение нарушается. Секрет омолаживающей практики, омолаживающего эффекта, это вот кровоснабжение всего, всех участков тела, ну, в частности лица. Ну и когда мы учимся контролировать свою мыслительную, умственную деятельность, то уже меньше возможности залезть в что-то такое, в какой-то вот в калач себя загнуть, какой-то мыслью, эмоцией или состоянием ума, да, омрачающим состоянием, обида, злость там и так далее, жадность, зависть, скупость, вот эти все. Но все, что мы на випассанах изучаем, ну, фактически, чем сейчас не випассана, мы наблюдаем за своим состоянием. Так, друзья, сегодня у нас основная линия была, это уджайи, ну, то есть это база, фундамент, уджайи, пранаяма. Завтра будет следующий этап уджайи. Я об этом не завтра, а в среду. Я пока разбил на понедельник, среда, пятница, потому что просто не успеваю делать свои тут текущие подготовки к ретритам и так далее. И ну, просто приходится отменять что-то. Вот чтобы не отменять, я пока сделал понедельник, среда, пятница. Посмотрю, как я эту неделю справляюсь. И на следующей неделе, возможно, какая-то корректировка будет. Вот. А пока не забываем еще улыбка Будды и кончик языка на верхнем небе все время, пока мы не жуем и не разговариваем, да? Вот этот момент тоже помните, это у нас режим энергосбережения. Вот, давайте я поприветствую Алексей, Борис, Наталья. Так, Сергей, Наталья, Алексей. Вот, всем спасибо. До среды. Благодарю вас. А ручку поднимите. Да, вижу ручки. Спасибо вам. Да, а, еще Алевтина. Алевтина тоже благодарю. Все, ребят, пока.